Студенческий городок Руден был основан в 1962 году. Тогда же было заложено первое его здание. С тех пор прошло уже много лет, и теперь в распоряжении учащихся уже 11 жилых корпусов. Новые пластиковые окна, несгораемые двери, просторные светлые коридоры – все это имеется в каждом корпусе. Сегодня в нашем общежитии есть все необходимое для обустройства комфортного студенческого быта. Все корпуса оснащены новой пропускной и охранной системой. 24 часа в сутки осуществляется контроль над теми, кто входит и выходит из общежития, а на каждом этаже расположены камеры видеонаблюдения, которые помогают коменданту следить за порядком. На каждом этаже есть своя оборудованная кухня, где всем хватит места. А еще на территории нашего студенческого городка работают кафе и столовые, где можно вкусно и недорого поесть. Большое внимание в общежитии уделяется противопожарной безопасности. В каждом корпусе имеются огнетушители, датчики, громкоговорители, системы дымоудаления и запасные выходы. Также регулярно проводят учебные пожарные тревоги, которые помогают студентам научиться правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Общественная безопасность студенческого городка тоже находится под контролем. Его осуществляет пункт милиции, который находится на территории общежития. Для того, чтобы ребята без постороннего шума могли готовиться к занятиям, в общежитиях работают комнаты для самоподготовки и читальные залы. А еще в главном корпусе университета работает библиотека и компьютерные классы, в которых тоже можно готовиться к занятиям. И, конечно же, все учащиеся, живущие в общежитии, имеют возможность выхода в интернет. На территории студенческого городка также работает интернет-кафе, которое никогда не пустует. Здесь ребята ищут дополнительную учебную литературу или просто общаются с друзьями. Еще на территории нашего студенческого городка работает интерклуб. Сюда приходят творческие люди. Все, кто умеет петь, любит танцевать и неравнодушен к драматическому искусству, непременно найдут здесь занятия по душе. А для тех, кто серьезно занимается спортом, работает физкультурно-оздоровительный комплекс. У нас есть поликлиника и стационар, где проходит курс лечения заболевший студент. В РУДН учат студенты из 135 стран мира, и многие из них не видятся со своими близкими. Однако, когда ребят приезжают навестить родные, им есть где остановиться. Специально для гостей на территории студгородка имеются комнаты, где могут расположиться родственники студентов. В здании факультета гуманитарных и социальных наук находится центральная диспетчерская университета. Под контролем вся территория РУДН. Руководство студенческого городка Российского университета дружбы народов старается идти в ногу со временем и обеспечивать людей всем необходимым для комфортного проживания. Уникальность нашего университета заключается в том, что здесь обучаются ребята из разных стран мира. А интернациональное проживание способствует не только культурной близости студентов, но и помогает быстрее адаптироваться в новой стране. Сегодня студенческий городок РУДН – это настоящий жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с налаженной системой работы и постоянно расширяющейся.